Более 30 рабочих и почти 20 единиц техники задействованы на реконструкции видовой площадки имени Владимира Арсеньева и Дерсу Узала в Арсеньевском городском округе. Ход работ проинспектировал губернатор Приморья Олег Кожемяка. Сейчас строители заливают бетоном пешеходные дорожки, строят павильон, приступили к озеленению. Дизайн места отдыха сделан с учетом территории и позволяет вписать пространство в окружающую природу. Проект предусматривает участок хвойного леса, который дополнят новые деревья. А непосредственно при благоустройстве используются натуральные материалы – дерево и камень. На площадке установят скамейки, детскую игровую площадку и качели, оборудуют спортивную зону для воркаута. Глава региона отметил хорошие темпы реконструкции и высокое качество работ. Да, здесь как бы работают хорошие компании, те, которые делали в Владивостоке парк Нагорного, они же компании «Джангл», которые и делали проект этого парка, поэтому думаю, что впереди у них еще полтора месяца работы. Делают все с учетом того, что дожди работать не приходится, поэтому нагоняют и работают весь световой день. Вот. Высокое качество бетона, высокое качество непосредственно и самих строительных работ. Ребята подготовленные. Вот. Поэтому надеемся, что с днем рождения Владимира Николаевича Арсеньева парк будет открыт для горожан. И это будет одно из любимых мест посещения и жителями Арсеньева, и гостями, которые сюда приезжают.